Велосипед Forever NX 3. Производство Чехия. Компьютер, батарея и мотор. Производство Германия. Фирма Проус. Был компьютер с датчиком света и с полным набором функций по поводу тахометра, выбора режимов, вынесен пульт, есть локаут на вилке, вилка SR Santur, XCM34, буст 130 мм, втулки буст 110 и буст 148, рама алюминиевая, переключатели от SR, задний переключатель Dior. Все в отличном состоянии. Сейчас ветер сдует. Батарея 100%. Ошибок нету. Зарядка в комплекте. Ключ в комплекте. Покрышки XR3 Bontrager. Обода AT650. 29 диаметр. Полностью обслужен. Жидкости, расходники. Звезда Narrow White. Шатуны FSA. Тормоза, гидравлика. Шимано. 180. 160. От себя что могу сказать про этот вел? Огонь. Просто огонь. Мой рост 187 сантиметров. Мне идеально. Подседельный штырь выдвинут близко к максимуму. И мне просто очень комфортно. 130 мм хода идеально. Как для МТБ, как для города. Заряда батареи хватает в самом позитивном режиме спорт. Примерно на 60 км я засекал. Этого достаточно. Аккумулятор работает как новый, зарядка как новая. В режиме круиз, в режиме тур заряда хватит до 90 км. В режиме круиз заряда хватит на расстояние до 120 км. Велосипед 2018 года выпуска. Выглядит кайфово. Размер рамы 19 дюймов, длина от центра до крепа подседела. 19 дюймов — это 48,5 сантиметров. На рост до 190. Кайф. Широкий руль. В общем, клевый. Вел клевый. И лично я себя скажу, я балдею от электро. Я больше никогда не вернусь на обычные велосипеды. Эта фирма очень клевая. Они производят для себя Forever в Чехии. Они производят на экспорт. И они сотрудничают с Германией, так как Brose — это немецкий производитель электроаксессуаров к велосипедам. Везде-везде дизайнерские всякие приколюхи. Очень прикольно. Вилка 10 апреля полностью обслужена, прошла полное ТО. Все полностью обслужено. Просто претензий никаких. В общем, если еще будут вопросы, пишите, задавайте, звоните.